Слава нашему Господу, братья и сестры. Да будешь полон ты любви, пропел хор такие слова. Я как раз об этом хотел бы немножечко поделиться словом, своими рассуждениями. Однажды, не так давно, мы рассуждали на разборе слова. Это к филиппийцам, вторая глава. Мы рассуждали о чувствованиях Христа, о том, что мы их должны иметь, об этом пишет апостол Павел. И о том, что нам препятствует, и не всегда это просто, чтобы вот так вот иметь чувствование Христа, чтобы они в нашей жизни были явными, чтобы все это видели, чтобы в нашей жизни они проявлялись. И я рассуждал, мне было интересно, ну а что же нам мешает? Вот просто вот мы пришли к Богу, как бы читаем Слово, служим Ему, ну что нам мешает вот эти чувствования, чтобы в нас были и в нас проявлялись? И я отметил два таких момента, я думаю, их намного больше, но хотел бы поделиться тем, что лежит на сердце. Я зачитаю это место, это к филиппийцам послание, 2 глава, с 4 стиха. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но учижил себя, самого приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И вот апостол Павел пишет о том, что мы должны иметь те же чувствования, а заключаются они как раз в том, чтобы проявлять друг другу любовь, друг другу служить. Здесь написано «не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». И он приводит в пример Иисуса Христа о том, что Иисус Христос, Он вот стал человеком, да, но он не потерял этот божественный статус. То есть он, хотя и стал человеком, но остался Богом одновременно. Он был Богом. И вот в таком статусе своем он начинает людям служить. Он не руководит, не командует, не становится царем на земле, а начинает служить. И в другом месте написано, вот выше, в третьем стихом, «Почитай один другого выше себя». Что значит «почитай один другого выше себя»? Вы помните, Иисус Христос однажды сказал своим ученикам, кто больше, возлежащий или служащий? Ученики сказали, ну, возлежащий, конечно, больше. А Иисус Христос сказал, а я среди вас, как служащий. Итак, что это значит? Почитать другого выше себя. Это значит друг другу служить. И я так рассуждал, что же нам мешает. И первое, что нам мешает, как я считаю, это наша гордость. И когда нам приходит время, и нас окружают какие-то люди, которые, может быть, нуждаются в том, чтобы мы оказали им любовь, чтобы мы им послужили чем-то, может быть, просто имеют какую-то нужду, то вот в нас бывает такая гордость. Как бы она подходит и говорит, ну, ты, как бы, ты что-то значишь, а этот человек, он, ну, недостоин твоих услуг, так скажем. Однажды к царю Навуходоносору пришла такая мысль, и он даже выразил слух. Это ли не величественный Вавилон, да? Я вот несу такое служение, я там могу петь, могу ездить там куда-то в деревню, там еще что-то. Или, может быть, у меня какой-то труд там такой определенный. А тут, понимаете ли, там мне надо помыть полы кто-то. Или у кого-то нужда там, может быть, там дрова поколоть или еще что-то. Ну, это не мой труд. Это, ну, как бы сказать, не входит в мои рамки. Гордость говорит, ты что-то значишь. А Иисус Христос, Он на самом деле что-то значил. Или можно взять пример апостола Павла. Он уже был апостолом, уже был, ну, созидал церкви. И что он делает? Он шьет палатки для того, чтобы заработать какие-то деньги. Можно взять царя Давида. Тот случай, когда он шел со своими людьми, верными ему, храбрыми, и вдруг его злословит Симей. Гордость, она подсказывает и говорит сразу же, ты царь, ты помазанник Божий, ты скажи только слово сейчас, и его сразу не станет, и проблемы не будет. Но он смирился, и мы видим исход. Итак, вот гордость, она нам мешает. Бывает послужить друг другу, послужить ближним людям и послужить тем, кто рядом с нами, потому что мы думаем о себе, что мы немножечко больше, что вот этот, может быть, ну, как бы
посетить бабушку, да, как бы, ну что такого? Или кто-то, может быть, просто на нас, знаете, что-то говорит нехорошее или еще что-то. Это же тоже служение, когда мы несем, смиряемся перед этим, когда мы, ну, не воздаем зло за зло, как бы почитаем его большим себя. И Иисус Христос, Он Иуде омывал ноги, да, хотя Иуда его и предал. И вот этот первый момент, который я хотел бы отметить, это гордость. Она нам мешает. Однажды другому царю в Вавилоне Бог написал на стене, мы все помним, ты найден, ты взвешен на весах и найден очень легким. А он, ну уже знаете, думал, наверное, что вот он царь великой империи, и вот он, значит, созвал гостей, пиршествует здесь, и даже вынес сосуды из дома Господнего, и как бы вот всем своим гостям их преподнес. Но это всего лишь была гордость. А взвешен он был на Божьих весах и найден легким. И помоги нам, Господь, чтобы от этой гордости удаляться и друг другу служить. И второй момент, который я выделил, это, я его так назвал, нищета, духовная нищета. Мы, бывает, смотрим на свои две лепты и думаем, мы ничего не можем. Пускай другие пойдут и послужат. Мы не умеем красиво говорить, не умеем красиво петь, не умеем, может быть, аккуратно что-то сделать. Поэтому, ну, мы никому не нужны, и ничем мы не можем послужить и помочь. Но Иисус Христос рассуждал совсем не так. Он увидел вдову, которая отдавала эти последние две лепты, хотя она же тоже видела, кто что ложит. Она же тоже видела тех, ну, может быть, богатых, содержательных таких людей, которые ложили много. Но что эти две лепты? Ну, зачем они нужны Богу? Но Иисус Христос отметил и сказал, она положила больше всех. И вот это второй такой момент, который я отметил. Мы, бывает, смотрим, что мы, ну, ничем не можем послужить. Но на самом деле, если ты можешь копать, иди помогай, копай. Кому-то весной нужна будет твоя помощь. Если ты можешь просто посетить кого-то, поддержать, тоже хорошо. Всегда есть тот, кто найдется в твоей помощи, кто будет нуждаться в твоей помощи. И благослови нас Господь. Я хотел бы об этом помолиться, чтобы в нас чувствования Христа они проявлялись. Нам нужно быть внимательными и бодрствовать, чтобы от этой гордости, может быть, ну, так скажем, поставить преграду. Чтобы если мы считаем, что мы ничего не можем, мы всегда помнили ту бедную вдову, которая отдала последнее и которая у Бога была на первом месте. Аминь. Помолимся.